Ну, дабы на теперь в Телеграме, Вайбере и Ватсапе о том, что волнует жителей Хакасии, расскажем. Это час Юга Сибири. Меня зовут Олеся Булах. И вот что еще увидите в этом выпуске. Видео горящего грузовика гуляет по интернету. Это случилось в Хакасии. Расскажем, где именно. А вы знаете, что это за надписи? Наверное, где-нибудь это наркотики продают. Наверное. Нет? Наркодилеры снова марают стены в Абакане. Александр Тимофеев выяснил, есть ли на них управа. Да я не хочу на себя брать такую ответственность. Да времени обычно нету, и да как-то... Люди не хотят становиться присяжными. Удалось ли их найти для громкого судебного разбирательства о тройном убийстве, расскажем. У нас был мужчина, приезжал с Абакана. Мы показали для него, для одного фильм. Кассовый российский фильм обошел стороной столицу Хакасии. Артем Михалков выяснил, почему абаканцы не видели движения вверх. Ведущий по скриптум поговорят с экологом о новых штрафах для заморашек. Суд над буденовским стрелком будет. Присяжные заседатели собрались. Для того, чтобы начать, нужно было 12 человек. Плюс запасные. На процессе о тройном убийстве их будет трое. Это второй раз, когда Верховный суд выбирает присяжных. Процедура закрытая. Снимать на камеру можно только обвиняемых, адвокатов и прокурора. Когда начинается обсуждение кандидатов, присяжные то выгоняют из зала суда и слушателей. Каждый из тех, кто согласится на заседание, будет ходить как на работу и получать за это половину от дневного оклада судьи. Примерно 740 рублей. У нас на такую подработку мало кто соглашается. Вы бы пошли в присяжные заседатели? Нет. А почему? Не хочу. Боитесь, что ли? Да нет. А почему не хотите? Ну как, там нужно большую ответственность, потому что нужно же правильно. Если бы была такая возможность, вы бы пошли? Нет. А почему? Да я не хочу на себя брать такую ответственность. А вы бы пошли в присяжные заседатели? О, нет. А почему? Нет, спасибо. Да времени обычно нету, и да как-то... Ну вот представим себе такую ситуацию, что вам приходит письмо, говорит, вот вы выбраны в коллегию судей. Ой, мне как-то приходило письмо. Но я, видимо, по конкурсу не прошла. А если бы прошли? Ну, не знаю. Владимир Путин, возможно, приедет в Хакасию. Скорее всего, с неофициальным визитом. В среду президента ждет Красноярск, а потом он может появиться у нас. Во всяком случае, такие слухи ходят. Откуда они взялись, сказать сложно. А вот на чем держится, очевидно, глава государства любит отдыхать в сибирской тайге. Рождественские каникулы он провел где-то в наших краях. Самолет Путина приземлялся в Абаканском аэропорту. В этот раз он пролетит мимо. У гаранта Конституции проверка спортивных строек в Красноярске. Там скоро универсиада пройдет. Но ничего не мешает после проверки отправиться на таежную заимку. На вертолете 400 километров – это не расстояние. Большой карьерный самосвал весь в клубах дыма с пламенем из-под колес. Вот такое видео нам в Телеграм прислал очевидец. Автор видео утверждал, что все происходит на разрезе степной. Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности угольщиков подтвердил. Инцидент был, но он не называет это страшным пожаром. БелАЗ был неисправным, его буксировал ТРАЛ. В это время включились тормоза, нагрелась ступица и подожгла покрышки. Никто не пострадал. Сейчас самосвал в ремонтном цехе. По оценке специалиста, завтра его можно выпускать на линию. Вайбер, Ватсап и Телеграм нотабены заработали. Сегодня покажем первые новости от жителей Хакасии в чатах мессенджеров Юга Сибири. В Черногорске людей заботят открытый люк, абаканцев надписи наркоторговцев, а столичную мэрию елка. Мобильная группа покажет. Мобильная группа начинает свое дежурство с Черногорска, это улица Советская. Сюда мы приехали по сообщению в Вайбере от Галины. Вот такой вот здесь есть люк. Вот она, глубокая какая. А детишки бегают. Год назад он, наверное, уже открытый, сломанный был. Так, ходишь, сейчас, страшно, сейчас вот с ребенком скажу, ходишь в школу постоянно, мимо, наверное, ходишь, страшно. Сосед обращался в администрацию. Бесполезно. Ночью, бесполезно, ночью ничего. Здесь темно. Ночью здесь темно, и можно вот спокойно туда улететь. Так давайте на место вернем.
По информации мэрии, этот колодец к дорожной сети почему-то не принадлежит. Есть предположение, что он частный, от частного водопровода, но... Лично мне кажется, что это обыкновенная ливневка. Впрочем, специалисты обещали разобраться. Будем ждать. А сейчас мобильная группа в Абакане. Это район МПС, улица Пирятинская. Здесь снова появились надписи, рекламирующие наркотики. СК, КР, СП. Это все молодежные современные наркотики, амфетаминовые группы для подростков. Это вот вообще не секрет, что означает эта надпись. А вы знаете, что это за надписи? Наверное... Где-нибудь это наркотики продают. Наверное. Нет? Где-то. Очень похоже. Похоже, потому что там на нашем доме что-то было написано, я не знаю, ну, забелили. Может, сейчас снова появилось. Наркодилеры народ деятельный, судя по тому, что надписи здесь почти на каждом доме. Вот смотрите, там еще две надписи, вон на том доме две надписи. Такое ощущение, что они здесь кругом. Если граждане становятся свидетелями, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Уже управляющая компания информацию доводит до сотрудников полиции и обязана уничтожать эти записи. Ну и заканчивает свое дежурство мобильная группа в Черногорском парке. Здесь мэрия убирает елку. Собственно, все. Уже убрала. С утра вот до 4, до 3:30 получается. Так быстро? Да. Ну, отработано уже не первый уже год. Все, уже все движения отлаженные. Молодцы, чувствую. Стараемся. Сроки поджимаем. Завтра электрики зайдут, будут гирлянды снимать. Со среды и до конца недели будет полностью, значит, все убрана вся елка. После этого, значит, будет подготовлена площадка под масленицу. А сам ледовый городок будет оставлен до того момента, как вот, ну, не придет тепло. На этом мобильная группа заканчивает свое дежурство на сегодня. С вами работал Александр Тимофеев и Евгений Сульбереков. Напоминаю, если вы хотите стать героем мобильной группы, отправляйте нам сообщение на WhatsApp, Viber или Telegram. Просто добавляйте наш номер телефона в контакты 923-020-77-00. За мусор теперь придется платить в два раза больше. Речь про штрафы для тех, кто выбрасывает его куда придется. Поможет ли новая мера в борьбе с нашими неаккуратными земляками? Ведущие по скриптум поговорят сегодня об этом со своим гостем. Михаил, кто к вам сегодня пришел? Добрый вечер, Олеся. Сегодня к нам пришел независимый эколог Алексей Иванович Вернигоров. Я думаю, что жители Хакасии знают его. Этот человек долго работал вместе с общественным Общероссийским народным фронтом. Он очень много знает о мусоре. И сегодня мы действительно поговорим, является ли повышение и ужесточение штрафов за выбрасывание мусора панацеей от всех бед. Насколько мне известно, законодательство в принципе не работает. И те даже штрафы, что выносятся, ну их можно пересчитать по пальцам одной руки в Хакасии. Поговорим, что нужно все-таки сделать, чтобы кардинально очистить наши муниципалитеты. Спасибо, Михаил. Интересной вам беседы. Спасибо. Жители малых и отдаленных сел Хакасии в этом году получат 60 миллионов рублей от республики на содержание скота. За одну корову власти продолжат платить раз в полгода по 3300 рублей. 900 рублей за конематку и 300 рублей за овцу. Хакаси-инвалиды могут бесплатно пойти на курсы контент-менеджеров и SMM-менеджеров. Это те, кто продвигает бизнес в интернете. Курсы дистанционные, подробности на портале правительства. Хакасская детская библиотека предлагает завести абонемент взрослым читателям. Библиотекари говорят, у них много художественной литературы и книг по педагогике. Можно взять на дом или почитать, пока книги выбирают дети. 250 тысяч рублей пенсионерка из Красноярского края отдала мошенникам. На улице к ней обратился незнакомец и попросил помощи для якобы больного друга. Пообещал все вернуть, но как только пенсионерка отдала ему все свои сбережения, мужчина пропал. В Новой Зеландии на необитаемом острове умер олуша по кличке Найджел. Его называли самой одинокой птицей, потому что он 5 лет прожил на острове со своими бетонными копиями. Они издавали звуки олуш из встроенных динамиков, пишет портал «Медуза». Был полный зал, несколько сеансов. И даже 200 человек приходило на один сеанс. Почему российское движение «Вверх» видели только черногорцы, расскажем. Лечение опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы, органов дыхания и центральной нервной системы. Скидка 10% на путевки. Санаторий «Профилакторий Металлург».
Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 9 февраля в Русском драматическом театре. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Это новости. Продолжаем. Мэрия Абакана определилась, на что будут похожи городские клумбы летом. Парковое хозяйство показало главе столицы эскизы. В этом году основная тема – хакасские орнаменты и правильные геометрические фигуры, гармония и пропорции. Впрочем, цветоводы обещают по-новому взглянуть на законы симметрии и асимметрии. Конкретнее мэрия не поясняет. Всего цветов будет 300 тысяч. В прошлом году было примерно столько же. Предпочтение парковое хозяйство дает однолетним растениям, а также низкорослым. Они обильно цветут. Движение «Вверх» продолжает свой путь к званию самого кассового фильма отечественного кинематографа. Его премьера состоялась еще в конце декабря, но картина до сих пор в кинотеатрах собирает кассу. Только не в Абакане. Артем Михалков изучил творение российских киноделов и узнал, чем же так не угодили киношники столицы Хакасии. У меня была мечта. А мечта у персонажа Владимира Машкова простая – сделать свою команду олимпийскими чемпионами по баскетболу. Фильм «Движение вверх» в прокате с 28 декабря. И это, похоже, главный фильм прошедшего года. Очень понравился фильм. Патриотичный такой. С самого начала фильма я поняла, что спорт у нас пошел вверх. Следующий будет про футбол. Но пока остановимся на баскетболе. Фильм рассказывает историю, как спортсмены разных национальностей, но одной большой страны стали легендами. Именно сборная Советского Союза разрушила миф о несокрушимости американской баскетбольной команды мечты. Увидеть, а для кого-то снова пережить атмосферу 72-го года. Так повезло не всем в Хакасии, а только черногорцам. 31 декабря у нас был мужчина, приезжал с Абакана. Мы показали для него, для одного фильм. Он вышел заплаканный, сказал, что это самый лучший фильм, который он видел в этом году. И после у нас был полный зал, несколько сеансов. И даже 200 человек приходило на один сеанс. В Абакане спортивная драма оказалась непопулярной. «Движение вверх» что-нибудь слышали, смотрели, знаете об этом фильме? Нет, не слышал, не смотрел. «Движение вверх» смотрели фильм? Нет. Вообще, слышали что-нибудь? Вверх мультик смотрел. Старичок такой летит на шарик. Нет, а тут на таком подвиге наших баскетболистов Олимпиады 72-го года. Нет, господи, нет, конечно. Нет. Русские еще поди, конечно. Да, ну, время жалко. Понравился. Понравился. И все отметили, что всплакнули пару раз. Ничего, нормальный фильм. Понравился. А где смотрели? Здесь, в Абакане или ездили? Нет, в интернете. Буду смотреть. Будешь смотреть? А где, дома или в кино? Дома. Дома? Да. Оно и понятно, другого-то варианта посмотреть нет. Абаканские кинотеатры, говорят, не покупали фильм. Как объяснили в головном киноцентре Красноярска, чья сеть есть и в Абакане, дело в расписании. Скорее всего, не хватило экранного времени, скорее всего, поэтому другие фильмы были взяты. Возможно, наши кинотеатры от этого только проиграли. Ведь «Движение вверх» обошел по сборам фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» 2009 года за такой же период проката с конца декабря и по сегодняшний день. Конечно, фильм отмечают многие высший класс, но были и слезы. Мы плачем из-за того, что через нас перешагнули и пошли дальше своим путем, невзирая ни на что. Сашу Белову я простила, его там представляют смертельно больным. Человеком, который играет на Олимпиаде. Саша в 72-м году был гением баскетбола, молодой, начинающий свою карьеру. Ну, в общем, я не знаю, кто писал этот сценарий, так мы не поняли. И нам не сказали, ничего они не исправили. И мы решили, что мы не хотим, чтобы наши имена использовались в фильме. Впрочем, несмотря на претензии к фильму со стороны родственников спортсменов, картина все равно идет в кино. По крайней мере, в Черногорске будет идти до конца следующей недели. И пусть сейчас сборы фильма падают, но главная эта цель – чувство гордости за наших спортсменов
идет вверх. Весна – это время обновлений, и вместе с приходом тепла начинает расцветать прекрасная половина человечества. О модных тенденциях следующего сезона в нашем сюжете. Угнаться за модой получается не всегда. Тенденции в мейкапе меняются чуть ли не каждый сезон. И свою косметичку стоит перетряхивать постоянно. Чтобы освоить новые тренды, лучше пойти к профессионалу, который и расскажет, и покажет, как надо. Матовые помады уже выходят из моды, но сейчас это можно изменить, если даже есть у вас матовые помады, можно дополнительно просто купить прозрачный блеск и наносить. Тон лица здоровый, без глянцевого блеска, сверкать должны губы и глаза. Долой шапки, уставшие от зимнего утепления прически требуют обновлений. Преобразиться легко можно, немного изменив тон волос. В Абакане, говорят специалисты, больше всего блондинок, а у них сейчас полная колористическая свобода. Даже яркий рыжий можно за пару-тройку часов превратить в блонд. Он освежает, уверяют стилисты. Наши девушки предпочитают холодные оттенки блонда, но этот сезон ставит свои акценты. Сейчас уже возвращаются к таким естественным теплым тонам, песочным, золотистым, а натуральный бежевый оттенок. Бежевый он же может быть как теплым, так и холодным. Угу. Вот, конечно, тенденция больше к натуральному. Блондинки, брюнетки, шатенки – это уже дело личное. Главное – мастера выбрать с умом. Именно от его профессионализма будет зависеть результат. Вслед за шапками в шкаф отправятся и перчатки. Руки – это лицо человека, а потому на красоту наших пальчиков нужно обращать внимание. В маникюрном вопросе тоже нововведение. От коротких ноготков, что были в тренде 2017-го, модницам стоит отказаться в пользу миндалевидной формы. Что касается цвета, берем то, что будет выигрышно смотреться в лучах весеннего солнышка. Каждая представительница прекрасного пола выбирает дизайн ногтей согласно своих личных предпочтений. Тем не менее, профессионалы предлагают нюдовые оттенки, такие как бежевый, кремовый, пастельные тона. Успейте обновиться к весне. В салоне красоты «Маэстро» открылась запись к 8 марта. В честь Всемирного женского дня «Маэстро» дарит подарки для новых посетителей. Минус 30% на все услуги. Стрижки, прически, окрашивание, мейкап и маникюр на любой случай. А также советы опытных мастеров в салоне красоты «Маэстро». Абакан, улица Торосова, 9. Юг Сибири зима не хочет оставлять, а вот в Волгограде уже погода не февральская. Там снег тает и на дорогах распутится, как весной. Неудивительно, в нижнем течении Волги сегодня плюс 3. Ночью ниже минус 2 не опустится, говорят метеорологи. У нас тоже становится теплее. О погоде на юге Сибири расскажу через минуту. Теперь подать объявление в бегущую строку на телеканал СТС ТВ7 можно, не выходя из дома. Представляем вам нашего партнера – сайт бегучка.ком. Сервис мгновенной подачи объявлений на СТС ТВ7. Заходите на сайт, следуйте инструкции, и уже на следующий день ваше объявление появится в эфире на нашем канале. Единая рекламная служба «Юг Сибири». Все просто и эффективно. «18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента Российской Федерации. Как проголосовать на выборах президента России по месту нахождения, а не по месту регистрации? В этот день избиратели, находящиеся не по месту регистрации, смогут легко проголосовать там, где они находятся, в любом избирательном участке нашей страны. Для этого вам нужно заранее подать заявление, указав, на каком именно избирательном участке вы хотите проголосовать. Помните, заявление можно подать только один раз. Как подать заявление, выбирайте. С 31 января по 12 марта в любом многофункциональном центре. Мои документы. Сибирь
Сибирский манул удивился снегу, потому что всю жизнь провел в московском зоопарке. Видео в сеть выложили его сотрудники и объяснили. Манул ни разу не видел такое количество снега. За пару дней в Москве выпало осадков на четверть больше нормы. У нас тоже снег будет, но не такой обильный. Снежинки начнут падать ночью. В Красноярске кратковременные снегопады синоптики прогнозируют в течение всего дня. В остальных городах юга Сибири снег ожидается днем. В столице края минус 18, минус 13. В Минусинске ночью холоднее, а днем на градус теплее. В Саяногорске ночью 16 мороза, днем минус 9, на градус холоднее в Абакане. В Кызыле минус 32, минус 23. О прогнозе в Абакане и Черногорске расскажу сразу после информации от генерального спонсора прогноза. Это оптово-розничная база «Хакас Косметика». Наступил февраль, впереди нас ждет череда праздников, а это значит, что пора задуматься о презентах для близких, родных и коллег. Сотни идей оригинальных, а главное полезных подарков вы найдете на оптово-розничной базе «Хакас Косметика». Сувениры, парфюм для мужчин и женщин, кухонные принадлежности и аксессуары для создания домашнего уюта, игрушки и многое другое. А если вы боитесь ошибиться с выбором, преподнесите подарочный сертификат. Оптово-розничная база «Хакас Косметика» находится по адресу проезд Таежный 3. Завтра на льду Абаканского дворца молодежи лед растает. Нет температур, от зажигательных танцев организаторы ждут всех желающих к 6 вечера на сноу-пати. Самое важное – не забыть взять с собой коньки. Погода обещает быть приятной для зимы. Ночью в Абакане и Черногорске 26 мороза, малооблачно. Днем потеплеет до минус 12 и пойдет снег. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. И это все на сегодня. Делитесь своими новостями по телефону 222 700 или пишите нам на сайт. Кстати, посмотреть нотабена можно и в соцсетях, во ВКонтакте и Одноклассниках, а еще на Ютьюбе. Телефон, компьютер, смартфон, телевизор – мы есть везде. Всего доброго. Валентина Федоровна обратилась с вопросом, когда пенсионный фонд произведет ей индексацию пенсии, если она была работающим пенсионером, а в ноябре прошлого года уволилась. Пресс-секретарь пенсионного фонда Хакасии Алексей Гончаренко пояснил, что индексация будет только после увольнения. Сама процедура длится 3 месяца. Перерасчет производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Все данные передает работодатель. Так, сумму с учетом увеличенного размера за 3 месяца пенсионерка получит в марте. До этого времени она будет получать неиндексированную пенсию без изменений. Анна Брониславовна из Абакана интересуется, могут ли появиться новые маршрутные автобусы в районе нового перинатального центра и когда. Начальник транспортного отдела Абакана Юрий Воронин сообщил, что этот вопрос решается прямо сейчас. Коммунальщики рассматривают предложение от индивидуального предпринимателя. Схема движения и количество автобусов пока предварительные. Также сотрудники планируют установить 2 дополнительных остановки в районе перинатального центра. Решение сперва должна одобрить администрация города. Постановление она должна рассмотреть в течение 1,5 месяцев. Возникли проблемы? Звоните. Найдем решение. Нотабене. 222-700. Здравствуйте, это Нотабена. Когда речь заходит о радио, 30% абаканцев выбирают местное, родное. Радио Сибирь. Потому что на Радио Сибирь нет московских пробок, а утреннее шоу начинается не в обед, а вместе с вашим утром. А эфир, который мы создаем сами, дает вам больше возможностей. Мы предлагаем вам десятки рекламных инструментов, которые действительно работают. Попробуйте уже сейчас. Нотабене. Смотрите во ВКонтакте в прямом эфире или в любое удобное время. Здравствуйте, меня зовут Александр Тимофеев. Это программа Нотабене. Главные новости Юга Сибири. Заниматься физкультурой можно в любом возрасте. Я чувствую себя бодрым и здоровым. Всегда ведите активный образ жизни. Моя норма – 40 минут физической нагрузки даже в выходной день.
Чаще бывайте на свежем воздухе. Гуляйте. Быть здоровым значит жить активно. Быть здоровым значит радовать близких. Быть здоровым – это круто. Быть здоровым – жить счастливо. Тебя в детской разместим. Нормально? На рыбалку пойдем. Узнаю я вашу рыбалку. А ты надолго, Витя? Когда домой? Да побуду немного у вас. Так ведь выборы. Я прямо тут у вас проголосую. Паспорт у меня с собой. А заявление о внесении в список избирателей по месту нахождения я уже написал в МФЦ. Главное успеть подать его с 31 января по 12 марта. А так можно? Теперь можно. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Здравствуйте. В эфире «Постскриптум», в студии Михаил Валов, Екатерина Чернышова. Здравствуйте. Если вы не знаете, как найти управу на неопрятных своих соседей, то можете начинать их пугать штрафами. Скоро они вырастут в два раза. И о том, будет ли эта мера действенной, мы сегодня поговорим с нашим гостем. Это независимый эколог Алексей Вернигоров. Здравствуйте, Алексей Иванович. Добрый день. Добрый день всем. Алексей Иванович, здравствуйте. Проблема действительно серьезная. Вот я вижу ее очень широко. Даже не в плане экологического воспитания людей к чистоте и порядку, а в плане даже здоровья нашего. Потому что мусора на улицах действительно очень много. И хорошо, что в Верховном Совете Хакасии по инициативе Абаканского горсовета появилась такая инициатива. Все-таки посмотрите этот вопрос. Но начали с чего обычно бороться с проблемой? То, что давайте-ка увеличим штрафы, и, может быть, будет меньше мусора. Вот я и хочу вас спросить, в первую очередь, как специалиста. Вот то, что штраф был там 500 рублей, 1000 максимум, сейчас будет 1000, 2000. Что это даст? Ну, я не думаю, что это кардинально изменит обстановку с организацией несанкционированных свалок жителями нашей республики. Почему? Ну, причина здесь... Поначалу человеку надо дать возможность, куда разместить мусор, чтобы он был санкционирован, то есть на полигоны, места сбора организовать, контейнера. Ведь ну, в городе еще как-то более-менее, а заедьте в любой населенный пункт, ну, в деревню. Ведь контейнеров практически нет. И сбора оттуда мусор никто не собирает его никуда. Единственное, что вывозят за территорию населенного пункта, и метров через 60 вокруг дороги все сваливает. Ну, бывает в яму просто валят какую-то большую. Бывает в яму. Ну, можно это объяснить... То есть, с вашей точки зрения, люди вынуждены это делать? Вынуждены, да. Но не все, конечно. Я не хочу сказать, что все вынуждены. Есть, так сказать, в семье не без урода. Угу. Есть, даже если и в городе, если есть, куда вывалить, то есть, куда заскладировать мусор или сдать его на утилизацию, то вывозят его просто вон, за территорию города, вот вдоль реки Абакан, на берегах. Там столько мусоров. Угу. Ну, в качестве такой комплексной меры штрафы в том числе помогут или вообще не нужно их повышать? Заниматься другим?
Первоначально надо было, конечно, было заняться организацией сбора мусора. Вот давайте теперь поговорим об этом. Как она должна выглядеть в идеале? Чего не хватает нам? Во-первых, у нас не хватает санкционированных полигонов, которые внесены в кадастр. Значит, у нас их всего 5 на всю республику. А надо? Ну, по-хорошему, надо было бы хотя бы в каждом районе иметь. Потому что плечо перевозки, ну вот представляете, вот в Саиногорске сейчас обязали, там вроде как сделали площадку сортировки и возят его в Абакан. Это, ну, золотой мусор получается. А если это все еще это возложить на оплату владельцев мусора, то есть граждан, то зарплаты любой бабушки, пенсии и зарплаты любого работника, ну, не хватит, чтобы оплатить все это дело. Алексей Иванович, а вот по вашим данным, если они есть, организация и содержание такого полигона, это какие деньги примерно? Ну, строительство полигона несколько сотен миллионов. Построить его по всем, чтобы он отвечал всем требованиям, это несколько сотен миллионов. Начиная инженерно-экологического изыскания, проектирования и строительства, и эксплуатация. Это несколько сотен миллионов. Таких денег в республике, я знаю, что на сегодняшний день не найдем мы. В свое время я обращался, сперва к министру Дьяченко была, Наталья, не помню отчество. Потом к министру Серпас Алексею Сергеевичу, с предложением, чтобы разработать программу не строительства дорогостоящих полигонов, а строительство площадок глубокой сортировки с применением советского метода. Вот кто постарше, те, наверное, помнят и те времена, когда существовали пункты приема вторсырья. Люди сдавали туда все. Кто-то получал книги, кто-то дети получали шарики, кто-то машинки детские. Ну, там был... То есть сортировка в то время велась даже не на уровне полигона какого-то, да, куда свозилось все в кучу, в общую, а еще до того, как сложит в пакет мусорный бумагу, стекло. Уже тогда человек мог замотивированно пойти и отнести его не на свалку, чтобы там его сортировали, да, а уже, так скажем, в городе где-то получив взамен какое-то благо маленькое. Ну, у нас же сейчас наступило капиталистическое время, можно сказать. Правильно. Значит, такие пункты, они должны быть кому-то выгодны. Если их до сих пор не открыли, то в чем проблема? Тоже, вероятно, это не очень-то прибыльное дело? Совершенно правильно. Вот во всем мире, практика показывает, что утилизация отходов датируется государством. Это мировая практика. Мировая, да? Практика. У нас в России об этом знают немного. Ну, я думаю, что все, кто летает за рубеж, ездит, отдыхает, в командировках бывает, бывает на форумах, в том числе и на экологических, наверное, знают. Алексей Иванович, мы тут немного перепрыгнули, да, то есть мы уже проследили путь мусора, который у нас должен быть на свалке, что с ним делать? Но у нас проблема в том, что у нас мусор вообще в принципе до свалки не доходит, он уже оседает либо в каких-то там точках под заборами, либо в ямах, либо, как вы говорите, на берегу реки Абакан, в Саиногорске это берег Енисея. То, что попадает на свалку, это, наверное, какая-то, мне кажется, половина только того мусора, что люди в принципе производят. Чтобы пока вот не говорить о Саиногорской свалке, я могу недолго говорить часами, все-таки возвращаясь к той инициативе Верховного Совета Хакасии, который пытается сейчас, видимо, улучшить ситуацию с экологией, с мусором, вот я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, насколько уже это, в общем-то, эмоции вызывает даже у депутатов, которые спорят, надо, не надо повышать, в общем, перебивая друг друга, ну, просто для того, чтобы мы поняли, что вот Верховный Совет, видимо, серьезно этим озаботился. И насколько это горячий вопрос. Да, вот маленькая иллюстрация, что было на сессии. Вот, ну, давайте посмотрим. Чем больше штраф, тем больше понимают, что это нельзя. К сожалению, это так. Вываливают, балавируют безнаказанностью 500 рублей, как правило, одни и те же лица. Это грубые предприниматели. Предлагаю, чтобы вы читал диспозицию. Вы, к сожалению, не читали. И надо заизменивать закон. Еще раз вам говорю. Не на ракет, а на ракет. Это вы не говорите.
интересно. Ну, очень активное обсуждение, да. Вы видите сами. А вернемся, собственно, к самим штрафам. Да. Вы уже сказали, что, по-вашему, вот этот метод кнута неэффективен, но отменять его, естественно, совсем нельзя, иначе это будет полная свобода вот для заморашек, скажем так. А почему их не ловят? Есть сложности с тем, чтобы, в принципе, зафиксировать это нарушение, насколько я знаю? Вот я хотел, я услышать хотел бы вот в этом сюжете, кто же будет все-таки выписывать протоколы. Протоколы? Кто будет выписывать? Здесь я так не услышал этого, но вот в недалеком прошлом, когда у нас комитетом экологии командовал Вишневецкий, Иван Иванович, он добился того, что при МВД был создан небольшой отдел экологической милиции. И инспектора комитета экологии рейдовали с милиционерами, брали кого-то, общественника. За руку хватали. Да, за руку похватали и делали. Зеленый патруль. Ну, то есть, да. Полицейский в погонах. Зеленый патруль, допустим, если сейчас, допустим, вот мы с вами пойдем, нам могут куда-нибудь послать далеко, еще дальше, куда мусор высыпают. Представитель, когда милиции здесь рядом стоит... Так вот, может быть, мы смотрим на эту проблему с другой стороны, да? Сейчас у нас занимается, так сказать, составлением протоколов административная комиссия. В каждом муниципалитете есть административная комиссия, которая до, значит, настоящего времени, там немножко законодательство поменялось, но в любом случае они худо-бедно, года 2-3 действительно организовывали какие-то засады, и были такие протоколы, их было очень мало. По итогам прошлого года в Саяногорске, я знаю, было составлено всего 2 протокола. Почему? Потому что в административной комиссии сидят у нас учителя, там, значит, медики, какие-то там общественники, на самом деле специалистов-то по большому счету таких и нет, которые вы говорили. И у них еще кроме этого еще куча всяких разных проблем. Я не думаю, что в административной комиссии должны сидеть экологи. В административной комиссии, я понимаю, так должны сидеть люди, знающие административную практику. Да. А вот в составлении протоколов должны участвовать экологи. Это, значит, у нас есть 2 ведомства здесь. Одно федеральное, одно наше республиканское. Значит, федеральное – это управление Росприроднадзора, и наше республиканское – это Министерство природных ресурсов и экологии. Также у нас по штатному расписанию, я не могу сказать, что это штатное расписание, не штатное, но в каждом муниципальном округе, ну вот в районах, есть люди, отвечающие за экологию. Там отдел экологии есть. Отдел экологии. Они там как раз наделены полномочиями составлять протокол. Совершенно правильно. Они сидят, занимаются своей работой. У них там куча разной отчетности. Я вот ни разу не видел, чтобы наш представитель отдела экологии Саяногорска ходил где-то по городу, по окрестностям, да, и кого-то там фотографировал, наказывал, штрафовал. Все-таки, мне кажется, стоит пояснить, зачем с вашей точки зрения нужен эколог в такой комиссии? Разве недостаточно простой фиксации нарушения? То есть нарушение, вот он мусор. Вот он, человек, который его выкинул. Для чего нужен там эколог? Давайте тогда будем создавать еще дополнительную службу. Они бесплатно будут работать или как? Вот эти, которые будут ходить, люди, говорите, не экологи, которые будут ходить и следить за этим делом. Это надо будет создать еще одну службу, еще из бюджета надо будет финансировать эту структуру. Опять там появятся начальники, замы, помы. Значит, секретари и все прочее. Давайте еще одну службу создадим. Так экологи тоже ведь не бесплатно будут это делать. А экологи, они финансируются из бюджета республики. Они получают деньги за это, зарплату получают. Почему мы должны создавать еще дополнительную какую-то службу, чтобы исполнять работу экологов? Вот проблема действительно существует. Я могу точно сказать, что вот сегодня разговаривал и с председателем Абаканского городского совета и с руководителем комитета по законодательству Светланой Могилиной, которая выступала с инициативой на сессии, докладывала принять в первом чтении этот закон. Действительно, вот как показывает практика, вот то законодательство республиканское, которое заточено на то, чтобы у нас порядок был на территории, было благоустройство, да, или там не нарушались наши нормативные акты, вот не работает эта система как следует. То есть люди не боятся, это безнаказанность идет. И мне кажется, что если даже сделать штраф больше, то, наверное, мусора меньше не станет. Хоть в 10 раз сделайте больше, ничего давайте не будет. Узнаем. Вот у меня еще здесь, значит, есть претензия по этому вопросу. Это к нашему Министерству природных ресурсов и экологии. Которое, агитационные работы от этого министерства. Вот доклады вот их, вот за 5 лет доклады. То есть государственный доклад о результатах работы за год. Нигде здесь я вот не нашел,
серьезной программы, которая бы занималась воспитанием, экологическим воспитанием населения. Еще один аспект получается. Да, начать надо с этого, перво-наперво. И организовать какую-то, пускай даже будет страница в какой-то газете, или отдельную газету, где могли бы публиковать, ну вот как вы говорите, поймали за руку. Изменить, позорная, пожалуйста, доска. Да, списочек получите. А если говорить о просвещении? Да, это же ведь надо не только штрафы, надо, ну, заниматься этой проблемой со всех сторон. То здесь ведь есть люди, которые получают за это деньги, это учителя, это воспитатели. Я здесь могу с вами не согласиться. Да, учителя есть, которые, значит, в школах где-то там занимаются частично экологией, преподают там какой-то маленький раздел экологии, да. Но все сваливать только на учителей, ну, это, я считаю, будет неправильно. Значит, они, во-первых, могут непрофессионально объяснять. Для того, чтобы заниматься профессиональным, значит, воспитанием населения экологическим, нужно хотя бы самому иметь экологическое образование. Для того, чтобы воспитывать. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, опять же, из Саяногорска. Это даже не сюжет, а опрос. Я ходил по городу сегодня и просто людям задавал вопрос. Солнышко было, тепло, хорошо, спрашивал. Что нужно делать для того, чтобы было меньше мусора в городе? Может быть, штрафы увеличить, может быть, маленькое наказание. И услышал для себя вот такие ответы, которые меня, в общем, расстроили. Какая-то полная безысходность. Давайте посмотрим. Рублей 500 за каждую сигарету. За каждый бычок мимо урны. Вот 500 рублей. Конечно. Люди будут думать. Ой, я не знаю, ну, почаще, наверное, чтобы ходили, наблюдали, людей штрафовали и по телевизору показывали, чтобы это видно было, что штрафуют. 1000 это и немного, ну, 3 нормально будет, уже задумаются. Мало, если раз не понял, то, конечно, мало значит. А сколько вы бы посчитали, какая сумма должна быть? Да я не знаю, какое наказание надо за это просто придумать и все. Ну, то есть, по ужесточать следует все-таки? Да. Вот сейчас штраф 500 рублей, может, увеличить? Не знаю. Бесполезно? Вообще бесполезно. Ну, от человека зависит, наверное. Да. Мне кажется, вообще не положено мимо урны бросать вот мусор, и чтобы около мусора столько в городе не должно быть. Ну, вот такое мнение у людей по поводу штрафов. Мы уже поняли, что вы считаете эту меру недейственной. Ну вот пример привожу. Вот в Таиланде, например, запретили курить на пляжах. Штраф на наши деньги 170 тысяч. Вряд ли кто-то подумает о том, чтобы даже достать сигарету. Ну, вы там могли бы посмотреть на пляже в Таиланде, что организованы места для курения. Для курящих организованы места. Где попало, курить нельзя, пройди на специальное место, на специально отведенное место, покури. Ну, не каждый пойдет до этих специальных мест, если штраф составляет, условно, там 500 рублей или 200, поленится. Ну вот при таких суммах... Ну, я вам не говорю, что штраф – это не действенный метод. Вкупе. Вопрос надо решать вкупе. Так же, как это, организовать место для курения и объявить большой штраф, если ты будешь курить не в этом месте. Но надо сперва человеку создать условия. Не все же ведь не курящие. Есть и курящие. А все-таки, вот если придираться буквально вот к тому событию, что обсуждалось в Верховном Совете, вы сами говорили, что есть такие люди, которые, допустим, имея урну под боком, да, около лавочки, или там контейнер в Абакане, или в Саяногорске, мусорка пришла, он просто не выкинул, да, а где-то потом по темноте пошел, спрятал. Вот как их наказывать? Вот далеко ходить не надо. Наш государственный университет, да, имени Катанова, около общежития. Это мне вот рассказывал один хороший знакомый. Он часто там ходит, делает замечания. Стоит лавочка, с одной стороны стоит урна, и с другой стороны стоит урна. В теплое время года сидят 3-4 человека и лузгают семечки. На землю. Вот сюда. Ну да. А урна стоит, ну, вот, да, рядом. Привычная картина, но обычная картина, по сути, везде. Вот за такое дело снимать, показывать. Может быть, даже студсовет должен бы каким-то образом заниматься с ними. Но вот надо общественность, чтобы общественность тоже занималась, ну, этими вопросами. А штраф? Штраф тоже. Серьезный должен быть штраф. Штраф тоже, может быть, не столь, может быть, и серьезный. Но штраф тоже должен быть, он должен быть вкупе. Вопрос надо решать не просто однобоко. Рассматривать со всех сторон и
Ну, иначе ничего не получится. Собственно, власти и должны разработать эти комплексные меры, этот комплексный подход, о котором вы говорите. Этим должны заниматься как раз вот Министерство природных ресурсов и экологии. Оно должно разработать все системы, программы. Значит, выйти на наше руководство республики и предложить: вот мы разработали, давайте будем внедрять. Алексей Иванович, в Абакане есть относительно успешный пример раздельного сбора мусора. У нас появились недавно такие контейнеры для пластика. Есть у вас данные, вот, насколько действительно люди ими пользуются и насколько это выгодно для самих организаторов? Ну, собирают только то, что у нас сегодня, значит, есть вот черногорская организация, которая занимается переработкой полиэтилена, пластика и картона. Значит, угу. Да, это хорошее дело. Значит, люди, переработав отходы, получают товарную продукцию какую-то, которая реализуется, они получают прибыль. Человеку не тяжело рассортировать, вынося мусор. Но если вы говорите, что они, многие люди кидают просто семечки на землю, если рядом урна стоит, почему они, тогда вот эти люди, которые щелкают на землю, они должны раздельно выкидывать стекло? Вот те, которые бросают на землю семечки, они не будут сортировать мусор. А вот уважающий себя человек, если есть контейнера, он обязательно разделит. У меня такое ощущение, что у нас вот настолько государство озабочено какими-то большими глобальными вопросами, да, что вот как-то тема экологии всегда у нас на втором плане, как-то финансируется по остаточному принципу, и голос экологов не слышно. Если нужно проблему решить, то давайте ужесточим наказание. Вот такое у меня какое-то ощущение. И почему это возникает? Мне кажется, от того, что люди просто мало владеют информацией, что вот эта среда окружающая, она, по сути, как бы зависит и прямо влияет на человека. Вот как эколог, вы можете сказать, вот про жителя Абакана конкретно, вот что они получают взамен, когда начинают, во-первых, ну не все, да, но кто-то, да, начинает мусор этот бросать, он здесь лежит в лужах или он там за Абаканом на речке. Я вам приведу небольшой пример. Чем мы все рискуем? Рискуем, значит, каждый своим здоровьем рискует. Но приведу небольшой пример, значит, вот, ну, коттеджные поселки. Есть коттеджи, которые отапливаются, устроена котельная, где сжигается отработанное моторное масло. Смотришь, коттедж отделан евроремонтом, красиво сделано все. Значит, спрашиваешь, септик у вас изолированный? Нет. Пустое дно, куда дренируешь? Удобно, вывозить не надо. Значит, через 10 метров у него забита скважина. Значит, ну, он дренирует, через 5 лет начинается он, септика начинает... Он будет то, что производит, да, и пить будет? Пить будет. Сжигая масло... Значит, он выходит летом на огород и говорит: ух ты, листы огурцов пожелтели. Это алюминчики виноваты. А он, сжигая масло, но у нас на сегодняшний день у нас все масла либо синтетика, либо полусинтетика. И там почти полностью таблица Менделеева в этих маслах. Минеральная составляющая сгорела, а... Все вот эти составляющие химические таблицы выбросили сюда. Частный случай, да, конкретно. Да. Вот. А если взять стихийную свалку, весь город, когда в Саяногорске валит, просто за город в большую яму все это сносит. Он, вот я про что и говорю. Тоннами, что? Да. Вот что-то подобное там. Там и собачки, там, и все там, подряд. Там чего, можете найти все, что угодно. Вот вы конкретно, как эколог, вот что-то предлагали, какая-то программа есть? Вот, потому что я так понимаю, что вот чиновники, да, вот эти работники вот административной комиссии, они биться за это дело не будут. Они бьются за деньги. Значит, я знаю, что из бюджета республики было выделено 2 миллиона рублей позапрошлый год еще на разработку программы как раз по отходам, значит, на организацию системы единого... Регионального оператора? Оператора, да. 2 миллиона израсходовано, уже второй год заканчивается. Где эта программа, где эти деньги? Кто за это ответил, нет? Не знаю. Вот. Я программу такую не слышал. Да. Никто не знает. Занималось это Министерство природных ресурсов и экологии. Наша федеральная, вот, республиканская. Угу. Я предлагал, говорю, зачем деньги туда? Самое-то интересное, что эту программу разрабатывал Ставрополь. Для нас. Где Ставрополь и где мы? Зная, он наши условия знает, нет, и что он может разработать? Какие расстояния между поселками в Ставропольском крае? Где там 3-4 километра и следующая деревня. Но очень часто так бывает, что госзаказы выполняют подрядчики из другого региона, это правда.
Нам просто пора уже заканчивать. Я в конце хотела бы спросить. Мы весь разговор строим вокруг экологии и вокруг денег. Такие вот связанные получаются только штуки. Так. И предприниматели наши в крупных магазинах до сих пор не вводят бумажные пакеты, потому что пластик это ну, просто дешево. Они разорятся, они сами говорят, мы разоримся. А есть ли, по-вашему, возможность, видите ли вы какое-то светлое будущее в этой истории? Здесь надо просто заставить работать наши экологические службы, региональные, федеральные, исполнять полностью экологическое законодательство. Тогда и не только продавцы будут исполнять его, они заставят их исполнять, но и более крупные предприятия, такие как разрезы, заводы. Я все время говорю, что люди не против того, чтобы у нас республика развивалась экономически, технически, научно. Социально. Никто не против этого. Но все, большинство за то, чтобы развивалась она в границах правового поля и в рамках экологических норм. Закон нам поможет. Спасибо, Алексей Иванович. Алексей Иванович, спасибо. Я думаю, что вот та инициатива, которую провел Абаканский городской совет, все-таки доведет до ума вот эту проблему, которая на самом деле вырастает с маленького пакета мусора, до больших свалок. Ну, если подключится наш Верховный совет, комитет по экологии. Ну, а там, я как знаю, сейчас никого нету, и специалиста там тоже нет. Да, к сожалению. Спасибо, Алексей. Получилось. Всего доброго. Спасибо всем. Увидимся в следующий вторник, как всегда, в прямом эфире. И мы ждем в гости министра здравоохранения Республики Хакасия Владимира Костюша. Поговорим о зарплатах врачей. Не бойтесь перемен. Всего хорошего. До свидания.